Я вас потеряла. А мы все тут. Привет. Что вы здесь делаете? Откачиваем мед из рамок. Ну да, я проснулась, а никого нету. Мы уже тут. Ну вот Тимошка. Смотри, какая рамочка красивая, видишь? Шагнула на тебя. Надо, конечно, горячим чаем запивать, но срезается. Ножичек берется, вот, ножичек Тима берется. Представляешь, специальный пчеловодный. Срезается вот так вот. Верхний слой, освобождаются соты с медом. В чайнике горячая вода. Да. Чтобы ножик соты не повредил. Вот так вот поднимается. И вот этим же местом она ложится вот так. Я тоже вот увидел в интернете. Мне очень понравилось. Ну все, мы придем, чай будем пить. Чай будешь пить, да. Это чай не для питья. И вот так вот. То есть там соты, получается, на доске лежат, и мед из них не вытекает. Как бы это ни казалось, что там мед как бы лежит, там вот получается эффект присоски. Вот. И за всю качку меда, вот за весь день, меда не натечет столько, чтобы даже вот он капнул со стола. Столько не дотечет. Немножко, конечно, будет, но, короче, потеря грамм 100 за день. Угу. Может, 200 максимум. Но в это время, то есть я не держу рамку руками, очень удобно. Почему без маски? Вот. А? Без маски. Без маски почему? Ну, здесь они улетают практически, пчелы. Угу. Вот такая вот. Красивая рамочка. Прелесть, да. Вот сюда вот мы ставим ее. Потом она переходит в медогонку. И в медогонке она крутится. Вот. Потом через марлечку. Через марлечку, через металлическое специальное сито оцинкованное. Как она? Из нержавейки. И во пляжку. Вкусняшка. Да. Ой, как он. Кушайте медок с удовольствием. Да. Так что Тимоха нам помогает тут. Да, Тима? Ну вот таким вот образом мы качаем мед. После того, как мы его откачали, пока мед теплый, я стараюсь его сразу разливать в контейнеры. Вот продается упаковочка. Чтобы очень удобно, чтобы потом зимой его не ковырять, этот мед, он садится, становится густой. Уже сложно его раскладывать, поэтому сразу разливаем его. Так что, кроме стройки, я занимаюсь еще и, как видите, пчеловодством. Реализую мед потихонечку, так что кому, если надо, медку можете обращаться. Деньги, вырученные от продажи меда, идут на строительство дома. Да? Ну, таким вот образом в этом году на Алтае выглядит мед. Вот, алтайский мед темноватый в этом году. Немножечко. В прошлом году светлее как бы был. Ну, такой вот. Ну все, всем спасибо за внимание. С вами был народный пчеловод Андрюха. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и качайте мед с удовольствием.